просто хотел для всех мирной жизни. Я пытаюсь найти ответы, но все вокруг меня рассыпается в прах. Скажи правду. Я не хочу проливать кровь за кровь, но разве есть выбор? Мы сражаемся только лицом к лицу. Отныне вы пойдете с гордо поднятой головой и возьмете судьбу в свои руки. Злость станет оружием, если ее подчинить. Жаль, мы не на одной стороне. Нас целые миллионы, и нас ничто не остановит. Стартуй! Если они хотят войны, получку. А отнимая жизнь, мы смотрим в глаза с отвагой и почтением. Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. Простите, что я в маске, но по-другому нельзя. И вместе со мной... Че, хоть что-то ЧТВ, всем привет, ребят. Да, мы тут, короче говоря, для Лехи забираем его любимое счастье, это PlayStation 5. Ну, мы точнее уже забрали, и сейчас мы вам покажем, как мы ее забирали. Вот он. Вот она уже здесь. И она просто капец какая тяжелая вообще. Да. Объемная, точнее, толстенькая. Да, в общем, сейчас мы вам покажем, мы сейчас в видео, сейчас мы вам покажем, как мы ее забирали с кассы. За касса 16. Куча ответственности для такого мальца. Вроде справляюсь. Наверное, немножко заляпано, так что извините. Сейчас мы забираем консоль PlayStation 5, делаем обзор и распаковку. Мы сейчас безумное счастье, Лехи. Да, я так долго ждал, блин, боялся, что еще, блин, не получу. Ну все, она здесь. Наш заказ здесь и все, короче. Да? Yeah. Все? К тебе потом пойдем, снимем. Распаковочку. Да, там я хотел попал. Фамилия хочет? Вот посмотрим. Несколько минут. Не обострил. В шоке, просто пришли, буквально за 2 минуты забрали PlayStation. Я держу ее. Но при этом ждали уже сколько? Сколько ты ждешь ожидания полное? Ну, смотри, пока 7 лет с 4 прошло, я, конечно, не ждал, но жду я с апреля, нет. Ребята, заехали в один магазинчик взять Человека-пука. Пука? Да, Милис Мурилис, Майлз Моралес, вот на PS5. Кто сильнее Человека-пука? Человек-тапок. В плане. Может без нижних белья ходить. Человек-тапок все равно ничего не видит. Капец ты умный, конечно. Вот, так что сейчас едем еще за Gran Turismo Sport, потом едем к нему, снимаем обзор, распаковку и подключаем. Так, на коробке нас встречает Play Like Never Before. Играйте на новом уровне. Вот, а не на старом. Вот. Невероятная скорость, полное погружение, потрясающие игры. Вот это технология. Для детей старше 6 лет. Ой. Тем, кому младше 7 лет, это давайте. Такая вот красивая у нас, так сказать, такой небоскреб. Джойстик DualSense. Вот. Мы в первый день, консоль нам досталась в первый день продаж, это нам очень повезло. Просто я не знаю, как мы ее вытащили оттуда. Одни из десятки тысяч человек нам, так что 19 ноября, вот это, нам повезло. Я это немного замешательство, потому что волнуюсь. Давайте, вот тут вот у нас скотч. Сейчас мы его так содрем. Кстати, коробка нам досталась не порванная, у кого-то мы видели в академии, она вообще проткнутая. 8К, 4К, 120 Гц, HDR.
О, наконец-то. Лёха, скажи, вон там в наборе идет паучок. Лёха, охреневаешь. Ух, ты тяжелая, зараза. Реально тяжелая. Значок полностью. В чем прикол такой распаковки? В том, что сколько лет ты ждал эту консоль, и сейчас она у тебя на столе, и тебя отделяет ее распаковка только считанные секунды. Мы сейчас хотим передать все ощущения, которые сейчас вы... Да. Я не хотел на камеру распаковывать, но вот. Ладно. Вот зря ты не хотел. Ну, чтобы пусть потом пусть повторно зрители, распаковывать и уже не кинуть. У нас инструкция. Что делать? Главное, аккуратненько, чтобы коробочку сохранить. Нафиг, инструкции только для чайников, да? Of course! Вот она красивая. Ну, подождите. Честно скажу, мне не так интересна консоль, как новый джойстик DualSense с новыми возможностями. Джойстик — это офигеть. Наконец-то. Интересно, джойстик компьютер? Да, он тут, все нормально. Интересно, джойстик нельзя к компьютеру подключить? Можно. Можно? Шнур питания. Type-C. Type-C, ну как же с него? Быстрая зарядка. Инструкция, макулатура. Вот когда такое распаковываешь, очень-очень интересно. О, подставка. Ой, еще. HDMI 2.1 для 4.8K. Кстати, очень дорогой шнур, очень дорогой, если его один не покупать. Давайте посмотрим подставку. Говорят, качество дешевое, но она крепкая. Давай. Ну куда я пощупаю? Офигеть! Дай. Тут тоже маленькие треугольники эти и кругляшки. А, я понял. Прикол. Так, дай это. Пододвину. Дай пододвину тогда, наконец. Сейчас. А там не видно. А, ну мало. Я вам сейчас, ребят, фотографии вставлю, хорошо? Вот, вы сейчас можете видеть. Вот так вот она двигается, ставится боком и ставится. Там вот, покажи болт для того, чтобы вот на стену лезть. Не на стену, а чтобы прикреплять все, чтобы стояло вверх. Да, точно. Вот. Ладно, это не самое интересное, вот это. Он говорит, тяжеленький. Да, тебе не вовремя попал. Сбрось. Батя звонит. Сейчас. Алло. Сначала постригись, потом стал. Да, хорошо смотрится. Давай. И сейчас и уронишь. Давай. Ого, реально тяжеленький. Да быстрее уже. Да открывай ты уже быстрее. Быстрее открывай. Доставай. Он открыл. Ты что, не доверяешь никому, кроме себя, да? Вот он. Офигеть, какой он красивый. А когда... Ребята, представляю вам DualSense. С обратной тактильной отдачей. Я на Алиэкспрессе заказывал. Вот мой джойстик. Разница, конечно, заметна. Да, и вот тут, ребята, маленькие-маленькие треугольники. Самое, да. Тоже фотографию вам покажу. Что, давайте, чтобы он посветился чуть-чуть. Вырубай свет. О, вот это свечей. Ну да. Какой он классный. Ладно, давайте. Ну консоль. Давай консоль уже доставай. Чего мне на одном джойстике? Ребята, консоль. Которую мы еще к телеку подключим. Ё-моё. Тебе помочь вытащить? Да. Пипец, она тяжелая. Ну, зато офигенная. Ну что, настал момент истины. Давай. Раздевай. Раздеваем. Ты так говоришь, как будто... Ну, он тебе уже говорил. Чего я? Тут... Здесь глянец, конечно. Его лучше не трогать. На нем пятна будут оставаться. К сожалению. О, нифига. Что, она реально тяжелая. Все, уже пыль пошла. Поставь ее в положение, в каком она должна стоять. Представляем вам PlayStation. Офигеть, вот эта проделка. Ты видишь вот эти? Да, они здесь более качественные. Не трогайте глянец, пожалуйста. Подожди, а я не глянец. Смотри, строго. Здесь вот на вот этой фигне более видно вот эти треугольнички, ну, чем вот здесь. Что, да. Ё-моё, ребята, реально, это вообще... Это в шоке. Да. У нас еще... Человек-паука взяли, диски жуть дорогие, я все жду Киберпанк 2077. Холодные у тебя руки. Да,
Он его уже 1000 раз перенесли. Если его 10 декабря должен выйти, если его еще раз. Еще раз почти выйти. Если его перенесут еще раз, я сгрею свои усы. Ну и помою. Хотя нет, помойся, типа, это я погорячился. Бей 3-0. LAN для интернета. HDMI и питание. Вот так. Выглядит вот с этой стороны. Значок. PS. Значок. Вот так она стоит боком. Не увесисто. Увесисто. Увесисто, если ее правильно расположить. То... Нет, ты показал, что довольно увесисто. Снимайте, пожалуйста, чуть-чуть вниз себя дернуть. Ладно, сейчас мы делаем обзор. Есть на телевизоре? Есть, конечно. Конечно, есть. О, отлично. Сейчас будет. Не делай громко. Да, ну не громко там. Тихо. Да все. Тихо. Тише. Офигенно. Должен Assassin's Creed на YouTube смотреть. Почему мне мой девушка не купит PlayStation 5? Почему я Assassin's Creed должен в YouTube смотреть? Настоящий мужчина должен бросить свою девушку, если она не купит PlayStation. Вот. О! Соединение прервалось. Чё? Я сейчас чувствовал, как они наполняются. Вот это сейчас самое интересное пошло. Так, давай. Ой! Лёха буквально капец охреневает. Да. Сейчас. Чувствуешь, что там кто-то внутри? Ребята, вот вблизи джойстик. Даже микроскоп не нужен. Да. А он у тебя есть? Сейчас скачиваем обновление. Капец. Блин, как вообще чувствую? От PS5 больше нечего ожидать. Вот все, что он делает, я все чувствую. Погружаешься в игру. Это я погружаюсь в консоль. Это мы сейчас внутри консоли. Беги в первую ПС-ку. Я чувствую, как он по стеклу бежит. Как? Вот. Дай подержать. Сейчас. Да ты полностью в руки возьми. Я сел. Полностью возьми в руки, вот тут побегай, а потом на стекло беги. Нет, ты его полностью возьми в руки, полностью. Вот, видишь, чувствую, а теперь на стекло, Совсем. Как будто резиновый это... Звук, как будто он по резине бегает по такой. Пойди-ка сюда тоже. Давай, пить. Капец. Вот, побегай, вот тут по черточку. Реально, нифига себе. Точно. Так, это камера, а это бежать. На стекло сейчас беги, смотри, другие ощущения. Ух, ёшки. Прикольно. Прыг. А один раз прыгни и удерживай. Ну-ка, дай. Удерживай, прыгни и удерживай. Оу, щет, офигеть. И джойстик, вообще звук такой идет прямо. Давайте к первой непосредственно пойдем. Ох, ё-моё, как открывается. Подсветка самая главная. Капец, вообще жесть. Ну, подсветка там две полосочки освещается.
Не так много, я думал, прям получше с подсветкой будет. И угорать или как можно в Майн играть. На телеке это качество вообще прям другое. Так это еще не 4К, это 1080. Ну я и говорю. Что это ты? Что ты делаешь? Вот эту кнопку нажимай, как пружина чувствуешь. Вот эту, да? Ох, ё-моё. Капец. Попробуй. Да, попробую. Подержись. Все время. У меня все. Вот ты пальцем задел. Чувствуешь, как пружина? Чувствуешь, как пружина? И вот, смотри, пружина. А... Ты чувствуешь, да? Ой. Дай. Крестик вроде. Капец. Ребята, вот тут, короче, есть задание. Тут рука, и вот там вот, смотрите, пружина. Вот, вот, видите, пружина. Я вот эту натягиваю. Она прям как пружина чувствует. Вообще. Так. Как-то вперед сделай. Вперед. Я не знаю как. Попробуй. Переверни еще раз. Переверни джойстик, как ты сейчас сделал. Подожди. Вперед нажимаем, потом. А. А что левая дает? Левая надо как-то его поймать. Нет, левая вон рука за рычаг дергает. Попробуй реально как-то резко. Она там вниз полностью делает и отпускает. Правую руку полностью да, переверни. Вот так делаю полностью. Подожди. Еще раз. Мы что-то сломали. А долго вообще в эту игру играть будем? Когда устанавливать уже? Чтобы... Так, в общем, Леха и Витек уже ушли. И... Я, в принципе, сам в одиночку в эту приставку PlayStation 5 не поиграл. У меня, ну, приставка для Лехи же покупалась. Полный обзор, вот, который он сделал на PlayStation 5, можете посмотреть у него на канале. Оригинальное видео. Ссылка будет в описании. А вот я расскажу все, что я знаю, и вот какие я впечатления вообще. Я сам-то поиграл немного на PlayStation 5. Мне Леха дал Человека-паука поиграть во время того, как мы снимали видео. Довольно неплохо, особенно вот джойстик, вот этот вот DualSense, ощущается, это, наверное, самый лучший джойстик из тех, которые сейчас есть. Уж лучше моего джойстика, это точно. По дизайну, конечно, может кто-то и поспорит, хотя, кто его знает. Джойстик у него, конечно, тяжелее моего вот этого. Вот это, если кому-то интересно, этот джойстик... Т3, господи, я, честно говоря, забыл название его. Я его купил всего за 800 рублей на Алиэкспрессе. Он довольно легкий. Играть на нем можно и очень даже неплохо, кстати, играется. Я пробовал на нем некоторые игры уже поиграть. Но на PlayStation 5 именно джойстик этот DualSense чем отличается? В нем есть очень классная вибрация, которая, вот, наверное, самая интересная функция этого джойстика. То, что, например, кликаешь... Вот когда стреляешь, например, стреляешь, и джойстик так выберет, как будто тебе реально кажется, что ты действительно стреляешь с пистолета в руках. Леха, когда первый раз это делал, он вообще охреневал, насколько вы... Ну, вы видели же видео, ну, конечно. Ну, а джойстики... Сенсорная панель есть, прикольно. Очень прикольно светится. Джойстик очень классный. Мне понравился. А что поговорить стоит о самой консоли? По габаритам консоль сама, ну, она самая большая консоль из всех, что сейчас существует. Что ж, конечно же, самая сильная часть консоли это игры. Но прежде чем перейти к играм, мы поговорим о ее внешности. Дизайн просто великолепен. Просто очень великолепен, но помимо самого дизайна, он еще... Сама консоль очень классно светится. Пока Леха у себя там играет уже, наверное, в PS5, конечно, как он мне говорил, он пока никаких проблем еще не обнаружил.
ему все нравится. У него там, он там уже и GTA 5 установил, и там еще SnowRunner установил, танчики установил, поиграл. В общем, ему все нравится, как он мне рассказывает. Вот теперь про игры. Игры там, эта консоль PlayStation 5, можно сказать, полностью заменяет PlayStation 4. PlayStation 4 уже, я думаю, вообще нафиг никому не нужна будет после этого. Хотя, может, кто-то и поспорит. Игры по обратной совместимости с PlayStation 4 доступны на PlayStation 5. Все. Нет. 8 игр, которые вы видите на экране, вот название, недоступны, к сожалению, на PlayStation 5. Ну, в принципе, мне пофиг, потому что вот эти игры меня не сильно интересуют. А так, игры, конечно, сами работают отлично. Конечно же, 4К, 60 FPS, все. Это очень круто. Мощность консоли. Леха тут позвонил сейчас, короче, мне. Ладно, в общем, играть в игры — это одно удовольствие, как мне кажется. Я много не играл, поэтому и сказать не могу. Особенно вот в темноте. Я сам не видел, как это выглядит в темноте, но, думаю, светится просто прекрасно. Ну, помимо... Консоль очень мощная, очень мощная. Помимо игр, конечно же, консоль не обошла стороной мультимедиа. Конечно же, можно смотреть YouTube. Можно даже стримить, снимать видосы прямо с нее и монтировать прямо в приставке, выкладывать на YouTube. Все, что нужно для блогера, там есть. Конечно, цены кусаются. Ну, хотя чего тут удивляться. Такие консоли, особенно вот в день выхода, они же всегда дорого стоят. Обычная версия с дисководом, вот как у Лехи, стоит 46 999 рублей. Ну, как я в интернете почитал. Ее можно... То есть это, по сути, 47 тысяч рублей. А вот версия без диска стоит 38 тысяч рублей. Ну, то есть, 1 рубль там скидывают, конечно же. 37 999. Она дешевле на 9 тысяч получается. И отличается только тем, что нельзя вставлять диски. Можно исключительно покупать цифровую версию. Для такой приставки, как по мне, цена не сильно кусается. Цена нормальная. И особенно для версии без диска 38 тысяч рублей — это не так уж и плохо. Думаю, консоль будет очень успешно продаваться. Ну, PlayStation 4 очень хорошо продавалась. Я думаю, что PlayStation 5 будет продаваться еще лучше. Потому что она уже способна заменить обычную PlayStation 4. Ладно, в общем, на этом все. Вот такая вот получилась распаковка. И немного я вам рассказал мнение о консоли свое. С вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Ну, с нас, с Лехой, эпичные видосы и с Видей. Подписывайтесь на мой второй канал, на канал Лехи, подписывайтесь, ссылка в описании. И на группу ВКонтакте. Всем пока.